In this world, nobody's safe. Just like a sheep, we stand in place, awaiting death. The government feeds on our lies. You can't escape the truth. Всем привет, дорогие друзья! Это новый формат видео. Я буду смотреть на экран, как бы, и озвучивать то, что я вижу происходит. Как бы вот так вот. Поэтому, я думаю, можно будет уже начинать. Это наше такое видео, можно так сказать. Так, сейчас я настрою тут кое-что. Так вот, мы наконец-то появляемся и бежим в комнату. Мы играем за десантника. Я очень сильно тупанул при записи этого видео и выбрал ненужную функцию, чтобы, когда я кликал на мышь, происходил звук. И это очень неудобно. Так, мы заходим в комнату, тут пусто, нам повезло. Идем в следующую комнату. Так, что же там будет? А там нет серьезных противников. Так, появляются две пули и один слайм. Ничего страшного, просто убиваем их. Как бы, ребят, мне так просто спокойнее, когда я играю, я более сосредоточен на игре, а не на том, что надо говорить. А сейчас я спокойно сижу, смотрю на экран, просто озвучиваю видео, это сильно не напрягает. Конечно, проблема в том, что видео очень длинное получилось. Я не смог дойти до конца, но я дошел до третьего этажа. И даже смог босса победить. Тут я испугался о том, что ключ может забрать крыса. И решил поставить двери. Не знаю зачем. В итоге ключ мы забираем. Идем в следующую комнату. Вот тут очень опасно, можно было получить хит, и я его получаю. Настраивается всего лишь броня. ХП все равно полный. Яма, зря. На самом деле перевернул столы, мне было немного некомфортно стрелять. Да, конечно, иногда будут такие паузы. Так, тут деревянный сундук, я не знаю, зачем я чекаю начальным пистолетом. Секретку все равно бы не узнал. Ломаю сундук. Почему-то я не взял хлам. Идем дальше. Так. У нас нет никаких комнат, кроме этого, поэтому заходим. Так, и тут нас ждет небольшой сюрприз. Тут будет две или три волны. Я точно уже не помню. Я спокойно защищаю комнату. Главное не получить хит от слаймов маленьких. Это будет самый глупый хит. Почему-то я решил перемещаться больше с помощью кувырков. А я просто как бы... Это, по идее, должно быть быстрее. Я поначалу не понял, откуда идет пуля. Значит, так, тут будет всего одна волна, нам дают деревянный сундук. Я почему-то предупреждаю о том, что это мина, сделаю сразу кувырок. Но тут я понимаю о том, что я застрял. Повезло то, что мимик пошел в сторону, и я смог пройти. Я получаю какой-то глупый хит. Настреливаю мимика. Надо было оставаться в той комнате, но и здесь будет неплохо. Мы получаем указательный палец лича и щит. По идее, указательный палец лича ускоряет пули, но я как-то этого не заметил. Вроде бы для меня разницы не было практически. Опять слайм. Как-то здесь слишком много слаймов на этом этаже. Никому так не кажется? Так, встречаем синий сундук, проверяем. Нам выпадает вот такое.
не очень активное умение. Я тут решаю делать очень интересно. Так, сейчас, вот. Я надеялся на то, что я смогу... Так, секундочку. Я надеялся на то, что я смогу... Так, вот тут вот я получил хит, и куда-то пропала рация. Я был, на самом деле, очень удивлен, сразу это не заметил. Я был в надежде того, что я до торговца, там будет скупщик предметов, и я ему продам предметы. И получилось так, то, что у меня остался один плохой актив, одно плохое активное умение. И там даже не было скупщика предметов, поэтому я зря нес. Так, и у нас... Получается, остается комната с боссом. Я решаю закупиться еще пустышкой, потому что оружия у меня нет. Дам спойлер. Я на боссе потратил все 4 пустышки. Бой с первым боссом я решил не резать. И бой со вторым боссом тоже я не резал. Вот зато с третьим я нарезал. На самом деле, надо было еще с первым нарезать. Я забыл, но... Ждать еще полчаса, пока все зарендерит. Мне было лень, если быть честным. Так. Мы сражаемся с чайком. Мы убиваем чайку на рычальном пистолете. Я нашел название для ролика. Так. Мы бегаем кругами вокруг столбов. Нам повезло о том, что... На чайке попали столбы, потому что так бы, мне кажется, я бы проиграл начальным пистолетом против чайки. Кстати, да, только что мне там очень сильно повезло. Я потому что сделал кувырок в стену, хотя хотел идти за мир. Так. Мы уже сносим половину чайки. Это хорошо. Потому что надо продолжать в том же духе. Если я смогу убить чайку без урона, я получу патрон мастера. Это же так отлично. Увеличенное здоровье еще никогда никому не мешало. Ну, если не учитывать пулю, то там, да, там бывает. Так. Мы бегаем просто кругами. От одного столба к другому. Я старался вообще как мог и тратил пустышки, не боясь за них. Ведь хотелось прийти, вообще хотелось прийти чайку. Так, у меня остается совсем немного хп. Так, отлично. Если бы я сейчас не активировал пустышку, я бы, скорее всего, бы... Как обычно бы сукожопил и получил хит. Тут остается у чайки очень мало здоровья. И я не получил еще ни разу дамаг. Это хорошо, ведь я могу убить чайку на патрон. Так. Смотрим. И да, у нас есть чайка на патрон мастера. Я вам радуюсь. Мы получаем пушку. Я сейчас мистер Акреция младший. Эта пушка очень хорошая. Я с помощью нее второго босса убил. Точнее, босса на втором этаже. Я посмотрел, сколько стоит ключ, и решил... У меня не хватало денег, и решил отправиться дальше. Тут я встретил... Ее вроде бы зовут Белла, если быть честно. Я не помню, как ее зовут. Мне не хватало двух монеточек на егера. Так, и мы отправляемся дальше. Второй этаж. Отлично. Так. Пушка в итоге оказалась очень хорошая. Я, кстати... Не буду давать вам, знаете ли, спойлеров. А то так будет, возможно, неинтересно смотреть.
Так, мы убиваем две акулы. Я забираю боезапас, мы идем дальше. Тут я решил активировать активку, как ни странно это звучит. И убедился в том, что она очень быстро восстанавливается. Тут нас встречает рыцарь. Я решаю потратить немного боезапаса этой пушки на него. К сожалению, она немного долго его убивала. Но как бы с начального пистолета тоже убивается не так уж и быстро. Я почему-то молчу, я не знаю почему. Иногда такие паузы будут. Не обижайтесь. И тут я по-тупому получил хит. И немного обиделся. Потому что я сделал не вовремя кувырок. Тут я боялся получить еще один хит. Это было правда очень страшно. Было очень близко. Так, тут еще раз очень близко. Тут я получаю хит, злюсь. И получаю второй хит, как ни странно. Так. Тут я решил попробовать выполнить ачивку убить кого-то замороженного. И мне выпадает сердце. Это было отлично. Я восстановил все здоровье, которое потерял в той комнате. Идем дальше. Так. Вот тут я чуть не получил хит, но вовремя активировал пустышку. Так, отлично, я убил ее. Я забыл, как этот монстр называется, извините. Сюда, ребят, я попробую делать чаще. Если кому-то понравится такой вид, можно так сказать, озвучки видео, то я постараюсь сделать такой же. Если кому-то не нравится, то вы напишите в комментариях, потому что вам не нравится такой тип озвучки. Я буду посмотрю, как мне лучше делать. Продолжать озвучивать так же или делать озвучку во время игры. Так, у нас тут много плотные комнаты начинаются. Так, мы идем дальше. Деревянный сундук, я решил его сломать. Или я не решил его сломать. А, вот я обнаружил секрет. Там был синий сундук, выпало какое-то кольцо. Способность лучше уклоняться. Я, в принципе, так и не понял, что оно делает. Как я предполагал, она ускоряет кувырок, делает его на расстоянии дальше. Как мне показалось. Вроде бы она делает только быстрее. Так, смотрим. Так, вот тут немного неприятная комната с тремя магами. Если бы у меня бы не было бы вот этих вот быстрых кувырков, то я бы, скорее всего, очень долго. И тут я вижу извратителя. Проверил секретку. Решил пойти дальше. Так, тут я тоже вижу комнату, которая нужна для активации второго секретного левела. Так. Проходим дальше в комнату, быстро всех убиваем. Тут я решил тоже повеселиться и попробовать убить с помощью перекатов. Одного убил, второго нет. Я получил броню, идем дальше. Так. Быстро, быстро мы все делаем как-то. Мне даже кажется, что я на видео немного тороплюсь. Я убиваю эти ловушки, потому что они достаточно неприятны. Так,
иду наверх. Нас встречает тоже не очень приятная комната. Я получаю хит. Так. Убиваю этих мелких, потому что они мешают. Получаю еще один хит. Это очень неприятно. Хотя бы я получил броню. Идем дальше. Снайпер. Еще один снайпер. Это тоже не очень приятная комната, ведь пули этого монстра летали. Ну, они точнее отталкиваются от стен, летят на меня. Там же как бы стоят снайперы, и я не мог спокойно выйти. Так, там у нас тоже достаточно неприятная комната. Мы всех убиваем. Она на самом деле легкая, но просто когда мы заходим в нее, достаточно неприятно. Так, мы зачищаем. Тут тоже ничего такого страшного нет. Я встречаю красный сундук, я просто не думаю о его. Открываю. Включаю коробку. Я благодаря этой коробке продержался чуть-чуть дальше. Я встречаю вампира. Я его вроде бы в прошлом забеге встречал и даже спасал. Я не знаю, почему так получилось то, что я встретил еще раз. Я встречаю босса. Я проверил секреты, я решил на него пойти. Это была патронаконда, и вот как раз таки я только с помощью этой пушки ее убил. Изначально я бы убивал бы ее очень долго. Я решил нарезать этот бой с боссом, потому что он был достаточно быстрый. В сравнении с третьим. Так. У патронаконды уже нет половины здоровья. Я продолжаю убивать. Так. Тут немного неприятно. У меня не было пустышек, поэтому я один или два раза получил хит. И тут я прям в хвост убиваю патронаконду, выбиваю ключ, ведьмин пистолет. И, кстати, да, этот пистолет очень хорошо помог моему забегу. Так, я открываю вампира. Я решил еще раз стрелять. Не знаю, почему. Так, разговариваем с вампиром и идем дальше. Проверил секретку. Так, пошлите дальше. Не знаю, зачем я чекнул секрет. Я забыл о том, что я ее уже чекал. Вот показал о том, что я глупый. Я не чекал. Я решил сломать деревянный сундук, так как у меня не могло быть чего-то полезного. Так, я тут туплю. Хотел украсть сумку, я туплю. Ведь я мог получить сумку для трофеев на этом этаже. Ну ничего, мы идем дальше. Так, у нас появляется лифт, идем на третий этаж. Шахты. Так, вот как раз с помощью этого пистолета я решил позащищать комнату. Ведь у меня не было хорошего оружия, ведь убивать, точнее защищать третий этаж с начального пистолета, это очень глупо. Как раз таки на третьем этаже под конец я получил очень много оружия. Намного больше оружия. Ведьмин пистолет — это вообще очень хорошее оружие. Я, кстати, да не понял, что делает этот мод, если что, не видит. Так. Идем дальше. Побыстро мы все убиваем. Так. Я не знаю, что я там думаю с этими пистолетами. Всем. Так. Ктулку. Удалось угадать второго раза. Тут я получаю винтовку Винчестер.
В принципе, оружие хорошее, но я думаю, до второго этажа пьет. То есть первый, второй, там еще можно зачистить, а дальше идет. Он как бы достаточно слабый дальше уже идет. И я получаю сам винчестер. Теперь у меня есть не только винчестер, и сам винчестер. Как бы немного странно о том, что у них нет синергии, но и ладно. Так. Я решил использовать видимый пистолет и винчестер, так как эти оба оружия очень быстрые. Я пытался убить пулю лучшую. Понял о том, что это глупо. Ведь я потратил достаточно много патронов и времени на то, чтобы ее убить обычную дробинку. Так, тут у нас появляются камни, или я не помню просто, как они называются. Поэтому буду называть их камни. Так, хорошо. Добиваем последнего и идем дальше. Эта комната тоже не очень таки приятная. Добиваем всех. Я тут получаю хит, потому что я отвлекся. Если бы я выпустил пару еще пару пуль в дробинку, то было бы все отлично. Я решил зайти в магазин, я не подумал и купил огненную руку, когда мог ее украсть. Потратил практически все свои деньги на нее. Хотя эта огненная рука очень сильно помогла мне дальше в прохождении. Вот уже видно о том, что у меня достаточно много оружия. Я из-за этого даже немного потерялся. Я решил украсть сумку для трофеев. Вернулся в магазин, и вот тут вот я сделал большую глупость. Я засунул винчестер. Так. Сам винчестер и пушку, которая стреляет планетами. Зря. И получаю я фотоаппарат. Да, не самое лучшее оружие. Ведь его можно использовать только в комнатах, и то оно достаточно бесполезно. Я решил им попользоваться, потому что зачем я его тогда вообще получил? И в итоге оказалось то, что это очень уж слабое оружие. Прям вот очень слабое. И оно мне, принесло достаточно большой дискомфорт. У него был хоть один плюс, он можно было стрелять из-за укрытия. Это был единственный плюс. Вот тут я каким-то чудом не получаю урон, прохожу мимо. Это правда было очень странно. Убиваю призраков, идем дальше. Так, отлично. Босс. Я решаю пойти на него прямо сейчас. Взял видимый пистолет и винчестер. Зря. Надо было сразу брать винчестер. Так, заходим. Колокольчик. Не очень приятный босс. И тут я понял о том, что у винчестера очень мало времени. У бедненного пистолета хотя бы скорострельность есть. Я решил использовать огненную руку, так как у нее хоть и маленький, достаточно маленький урон. Хотя бы она поджигает колокольчика, и он умирает быстрее. Кстати, да, он почему... Так, вот, я немножко нарезал, когда я уже снес практически половину здоровья. Вот на это я так и вообще не знаю, как дефаться. И, блин, использовал пустышки пару раз. Я даже не пару, там один раз только был. Все остальные разы я просто получал урон. И тут у меня остается пол сердечка, и я просто каким-то чудом убиваю колокольчик. Я примерно понял, как вести себя во время этих атак. Вот тут вот я просто чудом не получаю урон, перекатывает стены. Так. Убиваем его огненной рукой. Так, немного больно, ничего. И добиваем. Отлично, я его убил. Мне достаточно сильно повезло, у меня осталось пол сердечка. Я получаю пол сердечка, броню и достаточно хороший
пистолет для зачистки комнат. На самом деле, правда, этот пистолет был очень хороший. Я решаю вернуться в магазин. Я купил одно сердце, а второе я решил украсть. И у меня уже получается два проклятия. Хотя на самом деле можно было украсть и остальные два. Точнее, оба сердца можно было на самом деле украсть, но это не принесло бы особой пользы, ведь тогда бы у меня было бы еще больше проклятий. Точнее, тут. Тут очень было сейчас неприятно. И мне повезло, потому что я не получил дамаг. Я решил убить мага, ну, как бы он был бы ближе. Я очень тупо получаю дамаг. Я понял о том, что это пушка, это просто что-то, можно так сказать, очень крутое. Потому что она пускает, получается, примерно пол магазина и уже оглушает. Вот тут я получил очень много урона. Вот очень много урона. Вот еще больше урона. Вот еще больше урона. Я в итоге умираю сам. Это была самая тупая смерть. Ну что ж, дорогие друзья. Вот закончилось наше видео. Всем удачи. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. На наш канал. Извините, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.